Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Resident Evil 5. Давайте так, готовы. Пришлось мне опять все закупать, то, что было в прошлой серии в конце я закупал. Дело в том, что игру-то я закрывал сразу после того, как закончил прошлую серию. Да, но он должен где-то вынырнуть. Ну, вот так получилось. Шева штабу. Штаб на связи, докладывайте. Скорее всего, Ирвин пытается скрыться в буровом комплексе на болотах. Мы объединились с группой Дельта и вместе следуем туда. Мне кажется, идеальная задница слегка под текстуру. А у нас гость. А вот сейчас веселая поездка будет. Мне надоест. Делай, что хочешь, но стряхни. Но не слишком увлекайся, а то стволы перегреются. А пока не остынут, нас тут голыми руками бери. Впереди крутой миражик. Держитесь крепче. Блять, я и забыл, что надо вовремя кнопки. Говорит капитан Стоун, группа Дельта. Новые вводы из штаба. Судя по данным на вашем жестком диске, большинство горожан заражены паразитами, известными как Лас Плагас. Скачет на файлах инфицированных, умирают на жизнь. А Ураборос здесь тогда вообще причем? Да, вот. Они не сказали. Похоже, кроме Ирвина на наши вопросы никто не ответит. Так, где кто? Так. Ну, я бы не сказал, что уж так тяжело. Я нажал, не знаю, получилось ли. Да, контрольная точка. Так, где кто? Я не могу попасть в этот тип, да? Ух! Ремонт влетит в копеечку! Да, знаю! Блять, было бы удобно, если я бы я снизу сидел. Хоть это и бот, но работаем сообща. Я одного, а на второго. Ух! А ты мощный. Держитесь крепче! Я нажал. Нас атакуют! Их слишком много, мы не справимся! Да ёперный театр! Держите позицию до их подхода, повторяю, держите позицию! Ускоримся! Да бляха-муха! Блять, надо что-то делать, контрольная точка, потому что это пиздец. Я не знаю. Я не знаю, если я загружусь, например, в чекпоинт, то будет у меня полностью здоровье или нет. А то бывает в некоторых играх, что делают так, что вот, например, вы загружаешь чекпоинт и все нормально. Это называется приехали, блять, в Африку. Как сказал Вита, не пипни, чувак, здесь. Ну, конечно, я говорил про другой, про свою родную родину, Италию. Сицилия. Куда нажимать? Куда? Я теряюсь! А, нет, не надо.
Лошара. О, вот здесь сейчас будет здоровый хрен из Resident Evil 4. Помните, да? Когда мы еще с Эшли в самом начале вот такой здоровый. Приходилось его булочниками снимать. Что могло такое натворить? Не знаю. Чувствуете, да? Небольшая отсылочка. Ну я даже не назвал бы это отсылкой. Знаете? Да, так у него борода здесь. Но это точно он. Ой, здрасте. Хреново спрятались, ребят. А он побелел. А у него что там, трупы висят? Прям на поезде. Смотрите-ка, да. Давайте. Ну, это я бы не сказал, что сложно. Блять, я пригнулся. Так, стой. Из него высовываются какие-то штуки. Да, и так стреляй надо три раза. Только у него тогда эти штуки вылазивались через другое место. Блин. С ним что-то не так. Осторожно! Так, первый раз. Помните, из третьей части три раза надо было. Во, вот эта штука и вылазила. Какие кнопки? Да ты угораешь, блять, или чё, я не понял. Как в стену врезать. Еще один такой удар, и нам крышка. Отлично, осталось последний. Ну, сейчас сначала с этим разберемся. А, да ладно, даже два раза. А в прошлый раз, когда я проходил, то я с третьего раза только его убил. Ну, вряд ли. Эта штука у него вылазила три раза, и на третьей попытке я его убил. Значит, это не обязательно, как в Resident Evil 4, что три раза. Главное, больше пулю всадите в это говно. Хм, буду знать. По-моему, больше, конечно, такого врага нам не встретится. Это одиночный случай. Шева, ты можешь не идти дальше. Ты можешь отказаться.
Подожди, а как же ты? Я же говорю вам, ребят. У меня тут... Так, 4 серия, я уже говорю вам. Озвучка просто отличная. Нам обоим надо валить отсюда к черту. Для меня это не просто задание. Что ты имеешь в виду? Недавно я получил наводку, что моя прежняя напарница еще жива. Сперва я не знал, что и думать. Но когда увидел файл данных Дельты, я поверил. Джилл еще жива. Это та женщина на фото? А ты точно уверен, что это она? Мы были партнерами. Я уверен. Постой. Ну, в Revelation нам покажут, как они были партнерами. Расскажут события до событий того особняка. До событий. Постой. У меня наверное, еще времени. До событий первой верить. Части. Я пойду с тобой. Те люди, которые гибнут здесь, мой народ. А ты уверена? Минуту назад ты была готова сделать ноги. Я не могу просто повернуться и уйти. Тогда больше никаких приказов. Только мы двое. Мы партнеры. До конца. А вот теперь пошли. Вас понял. Полторы тысячи очков. А так, от файл добавим файл Маджини. Спасибо. Что-то новенькое опять появилось, прикиньте. Опа. Новый пистолетик. И чем лучше, тем, что его можно больше прокачать. 4000 он стоит. Во-первых, обойма где-то такая же у него, но обойму у этого можно больше прокачать. Ну, знаете, с берета как-то попроще, чем, вот, я не знаю, модель этой. Просто, ну, вот этот данный пистолет вообще-то берета. А вот эта модель я не знаю. Ну, я так и говорю. Я даже не знаю, что лучше. У этой можно мощь прокачать не кисленько и уровень перезарядки. Ну, будет обойма ниже. Так, 4000, да? Как я понимаю. Там еще что-то появилось. Что будет, если я вот продам этот пистолет? За сколько? Ой, блядь, не туда нажал. 3000, да? Все равно не хватает. Поможет. Тут тоже. Так, там что-то еще появилось. Шокер. Бесполезно, кстати. Опа! СВД. Она будет помощнее, чем моя. Ну, вы поняли. Ну, шокер, я вам скажу, он бесполезен. Даже не вздумайте покупать. Так, и СВД стоит тоже 4000. Посмотрим, за сколько я могу продать СВД, чтобы купить это. 200? Не, ну это не серьезно, ребят, да? Ладно, давайте просто подкопим и потом купим все. Как бы деньги мы еще соберем. Не все мы успеем собрать. Что случилось с твоей напарницей? Мы с Джилл охотились за Альбертом Вескер. Вескер. Он был большой шишкой в Амбрелле и командиром нашего отряда Старс. После инцидента в Рекун-Сити я увидел его на острове Рокфорд. С тех пор мы пытались его выследить. Пару лет назад надежный источник слил нам информацию о том, где живет основатель Амбреллы Озвелл Спенсер. Мы нанесли ему визит в надежде, что он выведет нас на Вескера.
Джилл так и не нашли, но ее объявили погибшей. Женщина на фотографии очень похожа на нее. Я должен выяснить, жива ли она. Вы были близки? Мы были партнерами. А ты? Как ты оказалась в BSA? Мои родители погибли при аварии на фармацевтическом заводе, когда я была еще маленькой. Амбрелла? Да. Потом я узнала, что авария была подстроена. Для того, чтобы скрыть производство биооружия для террористов. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. Биологическое оружие убило моих родителей. И кто-то должен за это ответить. Поэтому ты пошла в BSA. В одиночку человек мало что может. Даже такой супергерой, как ты, Крис. Я не супергерой. Но вместе мы прикроем эту лавочку. Тогда отомстим за наших погибших братьев. Держись. Так. Глава 3.1. Болото. Я не помню, по-моему, здесь где-то 5 или 6 глав вообще. Так, вот по всему этому нам придется поплавать. Спасибо. Это я разобью. Это мое. Ладно, это забирай. Так, осмотреть. Труп агента БИСа, бедняга, на КПК неотправленные сообщения. Рапорт. По данным уменьшено на сегодняшний момент, представляется, что большая часть группы Дельта была уничтожена с момента их запроса о помощи до нашего прибытия в район. Да, и Альфа, и Дельта погибли. А, нет, Дельта или Альфа. А хрен знает, кто там погиб. Это, по-моему, Альфа к нам должна сначала была, мы с ней должны были встретиться, а потом мы ее обнаружили уже мертвой. Один из их маяков все еще передает активный сигнал. Поэтому мы отправились на перехват возможных выживших. Пока мы были в пути, сигнал маяка прекратился. Судя по последним координатам, маяк прямо перед нашим текущим расположением. Сейчас наш путь переграждает задраенная дверь, так что проникновение может быть затруднено. Конец рапорта. Любопытно, любопытно. Так. Кстати-ка, откуда вы приплыли? Ладно, проехали. Мы где-то сзади были. Давайте мы уж сначала сюда скатаемся. К двери сразу можем не ехать, потому что это бесполезно будет. Я по всем локациям здесь прокачусь. Ну вот отсюда придется там посражаться и потом уезжать быстренько оттуда. Как бы в этом, да, придется. Так. Не, я-то помню, что где-то в зале, по-моему, можно пришлековать. Нет? Ну да, походу. Сюда плывем. М
Да, вот это приходится попариться, чтобы доехать до одного места. Да, здесь придется пострелять. По-моему, если я ничего не путаю, то в этом месте, как бы, если вы включаете режим наемники, то вот здесь вот можно побегать и всех подстреливать. Как бы показываю, ключом не идем. Надо сначала локацию все изучить. Дело в том, что здесь начнется, как я и сказал, битва. По-моему, вон там как раз ключ. Они все заражены. Кто это с ними сделал? Им порядка? С одним пистолетом, блядь, все это сделал. Так, ну отстрелять всех мы сможем. Зря что ли все качали? А, ну все, даже музыка прекратила, смотрите. Так, комбинирую и беру. Так, а у него там что-то осталось? Не, давайте-ка я сюда тогда еще сбегаю. Ну, знаете, чисто на всякий пожарный случай я уж все бегу. Все-таки, ну и локация-то по сути не такая уж и большая. То, что нам нужно, это здесь находится. Подбери. Окей. Молодец. Так, осматриваем. Все, и последняя деталь осталась. Что, знаете, по сути, я-то думал, больше всего будет. Не, ну... Что-то как-то тиховато. Может, сейчас, когда будем уезжать, вдруг неожиданно все, ну, появятся. Ага, контрольная точка, отлично. Ну, хоть не будем проходить один и тот же момент по несколько раз. Это радует. Но умирать мы еще будем. Это пока я еще, по сути, не умер. Но умирать нам придется. Вот, о чем я и говорил. Ты рулишь? Я стреляю. Знаешь, мне и так целиться тяжело. Ага, все. Ну, знаете, если бы вы играли с напарником, то было бы вам легче, ну, со своим другом. Я то играю сейчас один. Ой, ребят, ну зря вы, зря. Мне прям нравится.
все, давайте теперь куда-то вон туда, что ли. Я не помню точно, здесь какая-то должна быть. Вы что, сейчас убираете? Давай, убивай. Я подожду. Ну, как бы, ну а чё? Время, конечно, заканчивается, но ничего страшного. Тут есть рыба. Давай! Мне даже выйти нельзя, прикол в том. Так, давайте здесь выйдем. Ну вообще пока, знаете, не сказал бы, что же тяжело, жестко как-то. Знаете, пока нормально. Я бы хотел бы всю эту локацию проездить, потому что здесь вот бывают такие вот ничечки, которые стоят-то не кисленькие. Да и локация, вот по сути, если уже исключать эту, то осталось три локации. Это одна вон там, вторая вон там, я прям по карте смотрю сейчас, и последняя вон там. Все, и после этого мы можем вернуться вот туда и там уже открыть дверь, чтобы уйти отсюда. Так. Давайте. Спасибо. Съешь. Пусть это у нее за тоже мной должок. Спасибо. За мной должок. Как бы если надо, я у нее попрошу. Я не хочу, чтобы у меня место занимало. Так. Так, больше нельзя поставить. Вообще я жду, когда мне наконец-то станет доступен Джек Хаммер. Не, я как бы помню локацию, где он лежит, но, по-моему, это будет еще не скоро, во-первых. Потому что там, это где-то то ли в четвертой главе, то ли еще где-то, не помню точно. А вот здесь тоже придется, кстати, пострелять. Похоже, что нам сюда. Знаете, что здесь надо проще делать? Вот жестко, вот что надо тут делать. Просто бегите! Это бесполезно с ними сражаться. Лезь. Не, как вы можете попытаться их убить? Чё? 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 Так, они что сидели? А, ну да, там. В этой локации что-то должно быть стоящее. Помоги!
Прости, но мне как бы тоже надо. Все, последний. Да, у него нет ничего, да? Так. Надо уходить с этой локации. Там что-то было? Ну нахер. Я просто чисто случайно увидел. Там мелькнуло, что можно подобрать. Давай, 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 я в тебя верю, я в тебя верю. Давай, родная. Контрольная точка. Мне это нравится. Так, следующая локация тогда на вон. Тут нет, туда там мы были, значит сюда куда-то. Отсюда придется, кажется, тоже уезжать и сражаться. А, да, я все помню, вспомнил эту локацию. Знаете, на удивление, четвертая серия у меня, я уже на третьей главе. Я понимаю, что это пока было легко, все, что там прошлое было. Подбирай. Okay. Ей пригодится. Так. Так, почитаем. Что тут у нас? Ага, это все обучение, блядь. Короче, не надо нам. Не надо. Сначала все будем обыскивать в этой локации, потому что, ну, локация такая. Лучше все уж обыскать. Так, давайте-ка я перезаряжусь, у нее просто 5 патрон, и дам вот ей. Спасибо, партнер. Это я скомбинирую со своей. Ну все. Эта локация, как я понял, тоже ради сокровища. Ну, вообще-то, уже мы собрали все. Либо, либо, по-моему, еще не все даже. Подбери. Ясно. Почти столько же, сколько. Возможно, даже 4 их, я могу ошибаться. Но, смотря вот на третью, что кажется, что здесь сейчас что-то еще будет. Что там? Бери. Так, сколько у нас? 900. Это хватит только лишь продать что-то. Холодный, судя по всему, ее давно не использовали. Спасибо. Ага, все мы обыскали. Так что здесь битва просто будет. После того, как я возьму... А их два, смотрите-ка. Сейчас что-то пойдет, какой-то скрипт. Я помню, что здесь скрипт будет, и их будет очень полно. Комбинировать. Давайте, ей отдам. Спасибо. Там наверху что-то есть. Подсади. Подожди. Я могу даже ошибаться, их может быть намного больше. Например, 2 сунтуга, в одном, возможно, что-то будет. Я, кстати, ко всех стреляю, потому что я хочу... Ну да, зря я, да? Сейчас просто набегут они. Как бы мы с ними-то справимся? Это, блин, ну, вопрос времени только. Зарядка.
Слушай, иди быстренько сюда, я тебя подсажу. Запрыгай, я справлюсь. Главное, возьми что и все, что там есть. Уходим. Вот же маразоты. Так, что с него? Пожалуйста, дайте что-то хорошее. Нет. Ну да, все-таки босс. Блять, ну у меня ничего не... А, патроны. Откуда, блять? Подождите, откуда эти патроны? Так, а у нее есть это, дай-ка я заберу. Держи. Дай яйцо. Бери. Дай яйцо. Держи. Дай яйцо. Держи. Яйца для настоящих мужиков. А сырые так для вообще для настоящих патриотов. Ну вот, последний я съедаю, все. У меня полное здоровье. Блять, ну было потно, я бы сказал бы. Ну правда, ребят. Сейчас последнюю локацию посмотрим и уедем с этой локации, и я закончу серию. Последняя локация осталась. Не будем обращать на них внимания. Ну а чё будем лишний раз, ну вот правда, обращать на них внимание. Так, куда-то туда надо ехать. Вижу прямо отсюда. А, там мы не были. Это последняя локация. После этого можно к этому ключку съездить. Ну нам же бабки все-таки нужны, чтобы мы купили, например, новый пистолет. Как удобно сделали, что можно на цифрах переключаться. Я бы даже был согласен на колесиках. На колесики, чтобы переключаться, но то, что дали возможность переключить это еще и на, ну, на 1, 2, 3, то это вообще здорово. Объединяйся сразу же, я сказал, здесь нельзя эти сокровища, как было это в четвертой части, ну вообще нельзя. Все, это так, чисто передышка от прошлых локаций. И мы прям вот здесь, смотрите, вот прям, ну, недалеко. Локация, она кажется лишь большой, а так она, ну, вы видели, вы прокатились и не сказали бы, что она огромная, да? Да, вот теперь минус будет большой, надо все это вставлять. Так, и последний. Ну да, 4 фрагмента, неплохо так-то. Но мне что-то казалось их 3. Ладно, ну... С чем-то перепутал, значит, заходим. Готов. Так, здесь сохранение было, да? А, давайте-ка я выйду в меню. Ну, чтобы при вас уже. Все, у меня здесь все сохранено.
Это ничего страшного. Я загружусь и начну отсюда. И начну с этого момента запись. Вот так вот. Меню снаряжения. Не, давайте-ка я даже немного по-другому это все сделаю. Сейчас, смотрите-ка. Нажимаю продолжить. Окей. Начать. Все, меня прямо здесь выкидывает. Так, снаряжение. Т. И F. Все продать. 9000. Не кисло, я бы сказал бы. Так, и продаем вот это еще. Все, так. Подождите-ка, продаем пистолет. И давайте еще снайперку продадим. Просто сейчас я закуплю другое. Так. Купить. Ну, знаете, неплохо, я бы сказал бы. Просто смотрите-ка, я там прокачал до 210 свой пистолет. Изначально он был вообще, по-моему, то ли 70, то ли 80 урон. Так что здесь я больше урон прокачаю. И СВД давай. На И. Крис. И Крис. Так, сместить сюда давай. И сместить сюда. Блядь, не-не-не-не-не. Подождите-ка, а сколько та снайперка стоит? Я даже не знаю. Ну давайте я куплю для нее. Надо было зря, я продавал, конечно. Она все-таки 200 баксов стоит, блядь. А, пожалею как бы потом это, ну... Что же делать? Сместить сюда, я ей еще вот эти патрончики дам. А, как бы так... Давайте-ка я улучшу этот пистолет. 162 тысячи. Либо обойму до 11. Так, отлично. Обойму, кстати-ка, мужику 3 раза прокачать. Да, не хватает. А, тысячу, смотрите-ка. Офигело прям. А, давайте-ка я у дробаша, что ли, улучшу? Ага, конечно, блядь. Но здесь тоже уже нужно 2 штуки улучшить. Блядь, надо было это, наверное, проще, да? Эй, ладно, что же поделать? Как бы все, я сделал, что хотел, но ну, это лично мой выбор. Я считаю, что он правильный. Кто-то, возможно, не согласится со мной. Ты дура? За мной должок. Ты, блядь, дура? Так. Спасибо. Пусть перезаряжается. А тогда мы с вами увидимся уже в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.